После того, как мы приступили к строительству нового коттеджного поселка Встречный в Стрелке, наши клиенты буквально завалили нас вопросами об этом населенном пункте и как там живется. Спрашивали? Отвечаем. Поселок Стрелка находится в Темрюкском районе. Численность населения около 5000 человек. Своим названием поселок обязан местоположению. Находится он на возвышенности, которая имеет форму стрелы. А вот о том, как здесь живется, мы решили поинтересоваться у местных жителей. Ирина переехала из Омска в поселок Стрелка год назад и ни капли не пожалела. Стрелка нам понравилась тем, что здесь развита довольно-таки инфраструктура. Несмотря, что это все-таки поселок небольшой, но здесь есть и школа, и садики, и даже дом культуры, парк есть. Есть в поселке и различные сетевые магазины. Ну а если необходимого товара на прилавках не найдется, можно отправиться в Темрюк, тем более, что до него всего 13 километров. Мне нравится и то, что здесь, вот, несмотря на то, что море рядом, но здесь отдыхающих такого количества нет, как-то спокойно в поселке. Тихо. Местные жители уверены, что поселок Стрелка идеален для проживания как для людей в возрасте, так и семьям с детьми, ведь здесь имеется все необходимое для комфортной жизни. Отдельно стоит сказать о плодородной земле. Для любителей огорода этот поселок – настоящий рай. Компания «Стройгарант Анапа», вот, зная, что будут строиться здесь по соседству, тоже вроде бы недорогие коттеджи здесь будут. Новые, это важно, чтобы жилье новое, это, конечно, очень замечательно. Сегодня в продаже участки площадью 5 соток с домами от 50 квадратных метров. Выполнены будут они в едином архитектурном стиле, с соблюдением всех норм. К каждому коттеджу будут подведены электричество 10 кВт, центральное водоснабжение и индивидуальный септик. Цена этой плодородной земли с готовым домом начинается от 2 900 000 рублей. Не бойтесь что-то менять, если хотите вот, теплый климат, мягкий, спокойное, размеренное проживание бесшумного соседства, то выбирайте. Поселок Стрелка.